Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Вижу, вам очень понравилась первая подборочка осенних товаров, и поэтому я решил подготовить для вас вторую подборочку из 13 полезных осенних товаров, которые можно купить на сайте AliExpress. Обязательно посмотрите это видео до конца, потому что вы сможете принять участие в конкурсе, который будет в конце. Приятного просмотра! Перед началом рекомендую заглянуть и подписаться на канал Chinese Buying. Там автор делает не только интересные распаковки полезных товаров, но и тестит их, показывая наглядную их работу и качество самого товара. Заходите и найдете для себя много полезного. Легкие водонепроницаемые брюки для защиты от дождя и ветра предназначены для весенне-осеннего туризма. Внутренняя часть выполнена из флиса, непромокаемые и непродуваемые, но при этом выводящие влагу наружу. Защита от ветра очень важна как в движении, так и во время отдыха, так как ветер сильно охлаждает организм, и такие штаны очень помогут вам в любую погоду. Наслаждайтесь водонепроницаемой нейлоновой тканью, и пребывание на воздухе будет комфортным. Проклеенные швы были независимо проверены, так что вы сможете быть уверены, оставаясь сухими во время дождя. Водонепроницаемые гамаши на ноги. Незаменимая вещь для туристов, охотников, грибников и рыбаков. Закрывает ногу от голеностопного сустава практически до колена. Обеспечивает превосходную защиту ног в самом неприкрытом месте, где брюки заканчиваются и начинаются ботинки. Гамаши предотвращают попадание снега в ботинки и брюки, помогает избежать возможных повреждений и сохраняет тепло в области голени. Гамаши закрываются на пластиковую молнию и сверху липучку велкро, прямо не снимая обувь. Имеют крючок, фиксирующий их спереди за шнурки обуви. Радиоуправляемая машинка «Вездеход». Класса «Монстр» идеально подходит для скоростной езды по бездорожью и прыжкам на трамплинах. Машина-вездеход выделяется огромными колесами и наибольшим дорожным просветом. Она имеет постоянный полный привод на все колеса. Кузов классического «Монстра» выполнен в виде пикапа. Когда, если не осенью, играть таким монстром, катаясь по лужам и по болоту? Такую машинку захотят не только мальчики-подростки, но и их папы. Теплая спортивная куртка. Сшита из ветра и влагоотталкивающего материала, который привлекателен внешне, приятен на ощупь и может использоваться во время небольшого снегопада или легкого дождя. В переводе с английского soft shell означает мягкая оболочка. Куртка из этой ткани очень комфортна и всегда выглядит презентабельно благодаря грязеотталкивающим свойствам. Сочетает в себе теплоудерживающие качества флисовых изделий и практичность курток-дождевиков. Термос – удобная и долговечная посуда для хранения супов и вторых блюд. С ним горячая еда или питье всегда будет у вас под рукой. В комплекте с термосом идет сумка для переноски и большая ложка. Удобно брать на работу, в парк, на велопрогулку или другие места. Также продавец заботливо кладет в посылку ёршик для мытья. Пища внутри закрытого термоса остается горячей более 6 часов, а холод держится более 12 часов. Если же прошло гораздо больше времени и еда немного поостыла, то пластиковый контейнер вместе с содержимым можно разогреть в микроволновой печи. Объем 450 мл. Противоскользящие ремни с шипами на колеса обеспечивают улучшенную проходимость автомобиля при любых погодных условиях на бездорожье, сложных участках дорог со снегом, льдом, грязью, скользких подъемах или спусках. Подходят для внедорожников, микроавтобусов, легковых машин и легких грузовиков. Длина ремней 1060 мм с максимальным охватом 860 мм. Это позволяет монтировать их на большинство размеров шин. Ремни изготовлены из эластичного полиуретана, что позволяет использовать их при любых температурах. В отличие от цепей на колеса, ремни можно надевать, когда колесо уже завязло в грязи или в снегу. Используются со всеми видами электронных систем безопасности автомобиля, не мешая их работе. Мягкий плед. Он подаст вам тепло, когда вы будете сидеть на балконе или на крыльце с чаем и книгой. Он согреет вас, когда столбик термометра устремится вниз, а отопление еще не включат. Он такой мягкий, что вам не захочется укрываться чем-то другим. Вы можете выбрать один из 10 цветов под свой интерьер. Накиньте плед на плечи и положите его на подлокотник дивана, и атмосфера в доме будет теплее. Плед никогда не будет лишним в вашем доме. Еще лучше, если их будет несколько. Банановый зонт. У природы нет плохой погоды, но мы всегда должны быть во всеоружии. Оригинальный зонт «Банан» к вашим услугам. Каркас зонта выполнен из 6 спиц. Удобная рукоятка выполнена из пластика. На рукоятке для удобства есть шнурок, позволяющий надеть зонт на руку тогда, когда это вам будет необходимо.
Материал зонта сделан из панжи. Панжа – это ткань из полиэфирных нитей, которые сделаны с водоотталкивающим покрытием. Она очень легкая, плотная и приятная на ощупь. Такой материал гарантирует высокую сопротивляемость трению, разрыву и изгибам. Зонт с таким материалом прекрасно защитит вас от ветра и дождя. Кроме того, зонт очень быстро сохнет и обеспечивает отличный воздухообмен. Классный фонарь с функцией пауэрбанка. Теперь вы сможете свой фонарик использовать не только по его прямому назначению, но и также в походных условиях от него заряжать различные гаджеты по USB, телефоны, MP3-проигрыватели, планшеты и многое другое. Зарядка производится только тогда, когда устройство находится в выключенном состоянии. Используемый разъем для зарядки USB 2.0 надежно защищен от пыли и влаги специальной силиконовой заглушкой. Заряжается фонарик от сети через микро-USB, так же, как и мобильный телефон. Исходящий световой поток 1800 люмен. Специальное строение рефлектора усиливает исходящий световой поток и его дальнобойность. Сумка-холодильник Lunchbag. Это удобное решение для обеда в офисе, путешествий или пикников. Сумка для еды удобно поместить в себе ланчбокс или бутылочку для воды. А благодаря термослою внутри сумки еда будет сохранять необходимую температуру. Ланчбэк имеет застежку-молнию и крепление-карабин, с помощью которого можно сделать ручку. Водонепроницаемая подкладка не даст еде вытечь и испачкать сумку или сиденье автомобиля. Содержимое ланчбэка будет сохранять свою температуру, если вы хотите насладиться теплой и даже горячей пищей далеко от дома. А аппетитные запахи не будут распространяться в помещении. Теплые осенние перчатки, в которых можно пользоваться гаджетами с сенсорным экраном. Большинство пользуются мобильниками с сенсорными экранами. Они, конечно, намного удобнее и практичнее, если бы не одно важное «но». Отвечать на звонки, писать смс или делать селфи на морозе не просто неудобно, но даже опасно для здоровья. Выход есть! Я нашел замечательные, теплые, уютные перчатки, которые согреют руки в мороз и благодаря специальным нитям, вплетенным в кончики пальцев, обеспечат возможность управления мобильным устройством. Перчатки подарят вам комфорт и тепло, и вам не придется жертвовать общением с друзьями и интересными кадрами даже в лютый мороз. И еще они очень стильно смотрятся. Необычные тапочки для тех, кто скучает по лету. Шлепанцы напоминают два маленьких кусочка газона, которые вы в любой момент можете надеть на ноги. Трава изготовлена из зеленого нейлона и напоминает по своей структуре газоновую. Она такая же мягкая и приятная на ощупь, вот только стричь и поливать ее не надо. При ходьбе трава принимает форму ступни и массажирует ее. Давно доказано, что легкий массаж ног – это не просто приятно, но и полезно. Множество нервных окончаний, которые находятся на стопе, после него приходят в норму, освобождаясь от напряжения и усталости. Вот почему шлепанцы из травы – это обувь, которая не только напомнит вам лето, но и надолго сбережет здоровье ног. Фонарь в форме биты. Это многофункциональный фонарик с функцией дубинки и аргумента в любых спорах. Очень удобный и практичный. Яркий LED-светодиод, возможность работы фонаря от аккумулятора или батареек. Даже если вас остановит полицейский или сотрудник ГАИ, всегда можно съехать на то, что это просто большой фонарик, и у вас нет злого умысла. Оригинальный дизайн фонаря в форме бейсбольной биты, то есть дубинки, делает устройство не только удобным и мощным осветительным прибором для использования в темное время суток, но и как полноценное средство для самообороны и самозащиты. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и назвать в комментариях улицу, на которой вы живете. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!